Здравствуйте, уважаемые телезрители. На телеканале «Самара ГИС» начинает свою работу программа «Территория права». Меня зовут Елена Чернявская, и сегодня в этой студии я буду беседовать с консультантом Нотариальной палаты Самарской области Полиной Сергеевной Власовой. Здравствуйте, Полина Сергеевна. Здравствуйте. Ну что ж, традиционно наша программа выходит в прямом эфире, уважаемые телезрители, чтобы у вас была реальная возможность в течение 30 минут звониться к нам в прямой эфир программы «Территория права» и получить консультацию, профессиональную, замечу, консультацию в эфире нашей программы. Говорим мы о нотариате, о любых нотариальных сделках, поэтому звоните, пожалуйста, 202-11-22, телефону прямого эфира в студии. Ну что ж, Полина Сергеевна, начнем, пожалуй, с новшеств. Расскажите, пожалуйста, вот в 2017 году ожидают ли нас какие-то новые виды нотариальных сделок? Да, будут с 1 июля 2017 года будет введено новое нотариальное действие. Это передача на хранение в единую информационную систему нотариата списков участников общества с ограниченной ответственностью. К 1 июля 2017 года Федеральная нотариальная палата создаст специальный реестр, в который либо по обращению единолично исполнительного органа, это директор, либо генеральный директор общества, либо там иное наименование должности, либо участник общества, ну, там, определенный перечень сведений, это либо фамилия, имя, отчество, наименование участника, если участником является юридическое лицо, также место жительства гражданина физического лица, либо место нахождения юридического лица участника общества. Вот в отношении этих сведений сведения может изменить либо внести именно участник общества. Соответственно, чтобы начать процедуру ведения этих реестров, списков участников в реестре единой информационной системы, необходимо представить нотариусу решение. То либо есть сами граждане должны обратиться непосредственно к нотариусу, правильно? Да, нужно будет представить либо решение общего собрания участников, если, соответственно, два и более участника в обществе, либо решение единоличного участника, в котором будет конкретно указываться о передаче ведения списков участников общества с ограниченной ответственностью. Данное нотариальное действие, оно полезно именно в тех случаях, когда, например, генеральный директор как-то уклоняется от своих обязанностей, либо недобросовестно ведет себя, какие-то мошеннические действия у него либо куда-то исчезает, либо в случае смерти и существует там спор о назначении нового директора. Именно в этих ситуациях законодатель определил возможность обращения участников либо там нового директора в случае, если старый директор утратил, либо там потерял, либо сокрыл какие-то документы, именно получить эти документы у нотариуса. Что очень важно, именно в этом реестре будут храниться такие сведения, которые нельзя получить в Едином государственном реестре юридических лиц. Например, такие, как об оплате доли участника. Это очень важно. Да, и вот эти сведения будут предоставляться свободно. Очень любопытно. Продолжим передачу, приняв звонок от телезрителей. Говорите вы в эфире, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас в СТЖ какие-то разбирательства идут и смена власти. Скоро будут выборы. Как же обезопасить себя от недобросовестного поведения наших оппонентов? Подскажите, пожалуйста. Интересный вопрос к вам. Да, ли? Очень много обращений сейчас в Нотариальную палату Самарской области именно касается смены либо директора там, общества, либо изменения председателя, там, товарищ собственников жилья, либо каких-то кооперативов, там, дачных и так далее. Вам в первую очередь необходимо держать на хранение оригинала документов, потому что нотариус именно совершает нотариальные действия. Как правило, это свидетельство о неподлинности подписи на заявление. И он обязан совершить эти действия только при представлении оригинала свидетельства о государственной регистрации юридического лица, оригинала устава, либо копии с отметкой налоговой, также свидетельство о постановке на учет и проверить полномочия лица, которое подписывает это заявление, это заявителем в данном случае является новый директор, либо председатель, и проверить документ, который подтверждает его полномочия. То есть это протокол об избрании, ну, либо вот в ТСЖ это тоже также протокол правления, потому что там правлением избираются председатели. Соответственно, эти документы вам нужно обеспечить надлежащее хранение, потому что налоговый орган, он выдает дубликаты, либо копии этих свидетельств только по заявлению председателя, который внесен в ЕГРУ. То есть
действующего председателя. Также очень удобный способ – это удостоверить решение об избрании именно у нотариуса. То есть нотариус, он удостоверяет принятие решения органов управления юридических лиц, в том числе это может быть товарищество собственников жилья. Соответственно, чтобы соблюсти процедуру и чистоту ваших выборов нового председателя, вам лучше, конечно, обратиться к нотариусу. А каким образом это удобнее сделать? Можно ли пригласить нотариуса к себе, либо приехать с представителем? Да, но при товарища собственника жилья, конечно, лучше пригласить нотариуса к себе, потому что там членами являются собственники жилых помещений, и их очень много, конечно, нотариус-контора нам. Спасибо. В этом случае лучше всего именно на момент собрания пригласить нотариуса за удостоверением этого решения. Проблем никаких у вас не должно быть. Ну и, конечно же, возьмите себе в этом случае телефоны и сайт Нотариальной палаты Самарской области. Он очень информативен, он поможет вам, если у вас возникнут вдруг какие-то вопросы в продолжении вот данного ответа. Возьмите, пожалуйста, их себе на карандаш. Принимаем следующий звонок. Алло, говорите, вы в эфире. Слушаем. Алло, здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос такой. У меня, знаете, есть целая квартира. Я хочу подарить долю, половину квартир долю сыну. Кто как говорит, кто в рехпалату отсылает, кто к нотариусу. Вот, риэлторы, мы еще их пока не искали. Подскажите, какие мои действия, куда я должна обратиться, чтобы долю подарить? Спасибо большое. Так, а принадлежит вся квартира? Ну, наверное, да, если сказал в собственности квартира. Да, но в данном случае сделка не имеет обязательной нотариальной формы. Соответственно, вы можете подготовить проект договора и непосредственно обратиться в органы Росреестра, либо многофункциональный центр. Но также, несмотря на то, что сделка не имеет обязательной нотариальной формы, не нужно искать никаких риэлторов, вы дарите, соответственно, долю сына. Здесь лучше всего и безопаснее всего обратиться к нотариусу. Нотариус удостоверит договор. По вашей просьбе может осуществить передачу на государственную регистрацию. В принципе, риэлторы здесь не нужны. Не нужны. Так можно обратиться к любому нотариусу города Самара? Мы не узнали, может быть, это звонили из области, либо абсолютно к любому нотариусу. И какой список документов необходим? Сразу озвучите, и уже телезрительница будет иметь полное представление. Законодатель ввел правило, которое действует с 29 декабря 2015 года, именно о том, что в случае нахождения жилого помещения, или любой недвижимого имущества на территории Самарской области, вы вправе обратиться к любому нотариусу нашей области. Нашей области. Документы? И по поводу списка документов. Вам необходимо будет представить приостанавливающие документы. Это то, на основании чего вам принадлежит квартира. Либо это договор приватизации, либо, если вы получили ее в наследство, это свидетельство о праве наследства. Ну, то есть все документы? Да. В принципе, вот документы на квартиру. Также нужно будет получить самостоятельную справку о зарегистрированных лицах, чтобы обеспечить передачу недвижимое имущество без прав третьих лиц, либо чтобы одаряемый был в курсе наличия этих прав третьих лиц, либо которые зарегистрированы проживающим в данном жилом помещении. Остальные все документы нотариус сам запросит и в органах Росреестра. Вот очень удобно, да, когда обращаешься, и за тебя все делают. У нас еще один дозвонившийся, мы вас приветствуем. Говорите, пожалуйста, территория права. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут такая ситуация у нас, нам нужно, мы его оформлен дом. Здесь он один указан. Хотим его продать родственникам нашим, нам туда есть неудобно. Вот, и тут вот вопрос, а это обязательно нотариально или нет? А то вот вы говорите, что тут женщине не обязательно, раз она одна там собственница. А тут, может, нам обязательно, нет? Ну, так как у вас квартира, дом приобретен в браке, также нотариальная форма также не является обязательным. Достаточно согласия, нотариально удостоверенного согласия другого супруга на продажу. То есть доверенность нужна? Ну, если, соответственно, дом находится где-то в другом субъекте, то да, нужно будет выдать доверенность на совершение данной сделки. Но также от другого супруга, так как имущество приобретено во время брака, нужно будет получить нотариально удостоверенное согласие на отчуждение. То есть если в данном случае занимается оформлением жена, то согласие мужа, а если мужа, то согласие жены, соответственно. Да, но здесь важно не кто занимается оформлением, а на кого, кто является титульным собственником. Да, то есть если
квартира в Росреестре, она зарегистрирована на имя супруги, соответственно, муж дает согласие, угу. И наоборот. Понятно. То есть прийти тоже к нотариусу, оформить эту доверенность и уже тогда заниматься продажей дома. Да. Спасибо. Еще один телезритель у нас на линии. Мы вас приветствуем. Говорите алло. Алло. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Вопрос такой. Вот моя фамилия Иванов. В Кемеровском районе имеется дачный участок. Площадью он оформлен 5 соток. Фактически участок 6,8 соток. Угу. И от плана отличается тем, что по плану участок прямоугольный, а по факту, по геосъемке, он чуть-чуть косоугольный. Что мне... Ваш вопрос. После если отклонили мое заявление, вот, мотивирую тем, что у меня участок больше и кривоватый. Ну, наверное, придется обращаться в суд. Обязательно мне туда обращаться или нет? Вы еще право... Вы зарегистрировали свое право на 5 метров? Нет, пока не зарегистрировали. То есть у вас сейчас право не зарегистрировано, и вопрос о размере участка. Я остановил у меня процесс оформления. Ну, вам нужно обратиться в кадастровую службу, в органы кадастрового учета, предоставить все документы, это межевой план на земель... Вы в кадастр обращались? Ну, они говорят, что по межевому плану мы приостановили. Так, а свидетельство у вас есть, какой-то документ? И там указано 5 метров, верно? Да, 5 соток там соток. Указано. Да, ну в данном случае, если у вас в правоустанавливающем документе указано 5 метров, а по факту вы занимаете больше, вам нужно будет в судебном порядке уточнять тогда площадь этого земельного участка. То есть неминуемо обращаться в суд все-таки, да? Да, ну, потому что в правоустанавливающих документах указана иная площадь. Спасибо большое. 202-11-22, телефон прямого эфира программы «Территория права». Мы работаем. Чтобы принять ваши звонки, уважаемые телезрители, дозванивайтесь, пожалуйста, ну и по возможности, конечно, формулируйте лаконичнее свой вопрос. И все-таки вы обращаетесь к консультанту Нотариальной палаты Самарской области, чтобы нотариальная направленность была, конечно. Полина Сергеевна проконсультирует вас. Вот пока мы дожидаемся очередного дозвонившегося, я хочу вас спросить, а что изменится в правилах отмены доверенности? С 1 января 2017 года внесены изменения в статью 188 и 189 Гражданского кодекса, и станет публичным реестр отмененных доверенностей. Во-первых, помимо того, что приобретет публичность этот реестр, который уже существует и ведется на сайте Федеральной нотариальной палаты, это сайт реестр-довер.ру. На данном сайте вы можете, введя реквизиты доверенности, то есть это дату и реестровый номер удостоверения, посмотреть данные о том, что отменена данная доверенность или нет. С 1 января 2017 года еще вводится очень удобный сервис по поводу проверки подлинности доверенности. То есть ранее, если доверенность не удостоверялась, и, соответственно, раз она не была удостоверена, значит, ее и отменить нотариально не было возможно. На этом ресурсе увидеть было нельзя. Сейчас Федеральная нотариальная палата разработан этот сервис, и уже любой желающий, этот сервис доступен без взимания платы, введя необходимый реквизит, который будет предусмотрен формой, он может уже убедиться точно, была ли удостоверена эта доверенность или нет, а не только факт ее отмены. И также с 1 января 2017 года изменятся сроки извещения лица об отмене доверенности. Тоже здесь очень важный момент. Ранее извещенным человек считался с того момента, когда он направил извещение заинтересованным лицам, будь то там орган государственной власти, либо уполномоченное лицо. Сейчас, если он совершает отмену доверенности в нотариальной форме, нотариус вносит эти сведения на следующий день в этот реестр отмененных доверенностей, сведения становятся публичными, и человек уже с этого момента считается извещенным. Соответственно, отсюда вытекает обязанность органов государственной власти, местного самоуправления осуществлять проверку этих доверенностей, потому что если доверенность была отменена, либо представлена недействительно, уже орган государственной власти он не сможет никак защитить себя, говорить о том, что он не знал, либо у него не было сведений, его не изместили и так далее.
Валерий Сергеевич, скажите, а вот на сайте Нотариальной палаты Самарской области полезные ссылки есть? Можно же, да, вот это вот все узнать? Ну, они размещены на сайте Федеральной Нотариальной палаты. Да, это реестр, он ведется и разработан Федеральной Нотариальной палаты, поэтому в поисковике вы можете легко ввести сайт Федеральной Нотариальной палаты. В принципе, ввести просто поиск по словам «реестр отмененных доверенностей». Да. Он также его автоматически найдет. Найдет. Спасибо вам большое. Принимаем звонок, мы вас слушаем, уважаемый телезритель. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка. Алина, будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я, квартира у меня в собственности. Есть ли смысл оформлять как-либо сейчас на кого-то документом по квартире, если у меня одна дочка после кончины моей? Извините, пожалуйста, подальше отойдите от телевизора. Очень сильный фон, и мы не совсем четко слышим ваш вопрос. Хорошо. Угу. У меня квартира в собственности. Есть ли смысл какой-то сейчас оформлять документы на жилье, там, от передачи, если у меня одна дочь? То есть иных наследников у вас нет? Родители, супруга? Ее дочка еще есть. Ну, она не является наследником в первую очередь, смысла нету. Вы можете, то есть после вашей смерти все ваше имущество, как единственному наследнику, достанется вашей дочери по закону. Спасибо. Вам спасибо большое за вопрос. Продолжайте, пожалуйста, к нам дозваниваться. Воспользуйтесь такой уникальной возможностью и в прямом эфире получите здесь сейчас ответ на свой вопрос. Полина Сергеевна, вот хотелось бы обсудить такую тему, как раздел имущества, нажитого в браке. Вот как с точки зрения закона возможно изменить режим имущества супругов? Так. Как известно, имущество, нажитое во время брака, оно является совместной собственностью. Именно совместная собственность, она придает определенный режим собственности и, соответственно, определенные правила распоряжения этой собственности либо владения. Напомню, что при движимом, если имеется совместное собственное движимое имущество, то при отчуждении этого имущества согласие другого собственника, оно презюмируется при отчуждении недвижимого имущества, либо имущества, права на которое зарегистрированы в реестре. Например, это доля в основном капитале юридических лиц. Соответственно, на распоряжение таким имуществом требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Что очень важно. Вот законом определено только два способа разделить имущество. Это либо заключение брачного договора, либо заключение соглашения о разделе общего имущества. Это разные вещи. Это разные вещи, и иных способов заключения и раздела имущества, либо изменения режима собственности законом не предусмотрено. Они, соответственно, отличаются. Соглашение о разделе общего имущества супругов остановлюсь. И для того договор, документа предусмотрена обязательно нотариальная форма. То есть ранее это был только брачный договор, законодатель поступил мудро и ввел обязательно нотариальную форму с 29 декабря 2015 года и для соглашения о разделе имущества. Это соглашение, я сразу по ходу буду задавать дополнительный вопрос, это соглашение можно составить в браке уже непосредственно, да? И не обязательно, как бы, когда претендент о разводе наступит. Да, что брачный договор, что соглашение о разделе, возможно, заключение во время брака. Чем они различаются? Вот соглашение о разделе имущества, нашего в совместном браке, естественно, не может быть заключено до брака, а брачный договор до заключения брака, он может быть заключен. Соглашение о разделе, в отличие от брачного договора, может быть заключено и после расторжения брака. Фактически, соглашение о разделе, оно заменяет процедуру раздела имущества в судебном порядке. Но здесь тоже есть некоторые различия. Для судебного раздела имущества установлен законодательством срок. Это 3 года с того момента, когда другой супруг узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Здесь нужно остановиться именно не с момента расторжения брака, а именно с момента нарушения своих прав. Соответственно, то есть брак расторгнут, имущество находится в совместной собственности, оно автоматически не разделяется, это тоже нужно знать. И через несколько лет другой супруг продает квартиру, на которую, может быть, рассчитывала супруга,
Именно с этого момента будет исчисляться трехлетний срок давности. Давности. Спасибо. Продолжим об отличиях, но прежде примем звонок от телезрителя. Говорите, мы слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотела вот задать такой вопрос. Меня зовут Ольга Анатольевна. Очень приятно. У меня умер сын в последующем месяце свободы. У него остался долг по заключению вот это. Нам так вот, что весь долг теперь перейдет к нам, его. Имущество какое-то осталось после него? Ну, какого? Не такого. Наша трехкомнатная квартира, где мы пенсионеры, вот, и сын еще живет. Ну, он, ему там принадлежала какая-то доля, или он просто проживал в этой квартире? Он просто проживал, но как мы, у нас все в доле, у всех, на всех была доля. Ну, вам нужно помнить о том, что... Долги, они переходят только в рамках стоимости наследственного имущества. Соответственно, если какое-то имущество ему принадлежит и требования предъявят кредиторы к этому имуществу, то в рамках этого имущества оно будет погашаться. Ваше имущество при этом не должно никак затрагиваться, никакие убытки вы в рамках не понесете. То есть в данном случае вступать родителям в наследство сына, потому что его просто нет? Ну, почему они говорят, что есть имущество, им принадлежит квартира? Лучше, конечно, вступать всегда в наследство, потому что неизвестно, обратятся кредиторы, либо не обратятся. Поэтому вы можете реализовать свое право наследования, и вы должны знать о том, что вы ничем не рискуете, когда вы наследуете это имущество, оставшееся после сына. Спасибо большое. Ну, а если вдруг какие-то дополнительные вопросы, я обращаюсь к вам. Последняя дозвонившаяся телезрительница у вас возникнут. Можно будет позвонить в рабочее время в Нотариальную палату Самарской области. И, конечно же, вы получите более подробную консультацию, если вдруг сейчас ваш был не сильно подробный ответ. Ну что же, продолжаем передачу. Время у нас еще есть. 202-11-22. Телефоны прямого эфира. Мы продолжаем принимать ваши звонки. Мы остановились с вами на различиях брачного договора и соглашения о разделе имущества. Так вот, какие еще существуют отличия, Валентина Сергеевна? Ну, во-первых, брачным договором вы изменяете режим собственности. Вы можете установить режим совместной собственности на имущество, которое не было приобретено во время брака. Также вы можете установить режим долевой собственности, либо режим раздельной собственности. Соглашение о разделе, как правило, оно уже предусмотрено на конкретный раздел имущества. То есть одному достается там, машина, другому квартира. Вот. Но также допускается и определение режима собственности. Также брачный договор, он, если заключается во время брака, он более шире, чем соглашение о разделе, потому что там определяются имущественные права, обязанности супругов во время брака. То есть там можно установить обязанность одного супруга выплачивать ежемесячное денежное содержание там, в период брака, либо после его расторжения, определить порядок пользования имуществом. Также, допустим, предоставить другому супругу право проживания в квартире, хотя по праву собственности определить. Все условия, именно в которые... брачном договоре, да. Соглашение о разделе, оно в этом случае менее... универсальное, да? Да, менее условия оно может содержать и больше напоминает вот процедуру раздела именно, который в судебном порядке. Но также я обращу внимание, что соглашение о разделе, оно может быть заключено в любое время после расторжения брака. Да. Здесь уже законодатель никаких сроков не установил, в отличие от судебного порядка. Спасибо большое. Есть звонок, и мы слушаем вас очень внимательно. Говорите, алло. Мы слушаем вас. Здравствуйте. 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 Я разведена с мужем 18 лет тому назад. От брака осталась дочка. Ей 25 лет. Но муж не выплатил еще алименты до 18 лет, должно 129 тысяч. Угу. Сейчас, 3 года уже назад, муж пропал. Что мне делать? У него есть 1/4 часть в двухкомнатной квартире. Угу. На нее наложен арест.
связи с тем, что он не выплатил алименты. Вот. Что мне теперь делать? Так, а у вас есть какие-то сведения о его местонахождении? То есть вы обладаете сведениями? Он находится в живых никаких. Или он... Ну, вы можете обратиться... Мертвых мы просмотрели, уже просмотрели все эти сам фотоальбомы в центральном этом самом морге. Его там мы, ну, то, что есть косточки, по косточкам, естественно, мы не могли его это самое представить. То есть у вас информации нет? По всем фотографиям его нет. Так, ну вопрос понятен. Вам необходимо в этом случае обращаться в суд за признание гражданина пропавшим без вести либо умершим. Срок достаточный, 3 года. Для признания без вести пропавшим, да, для признания умершим нужен более срок, там 5 лет. Угу. Вот, соответственно, при обращении в судебный орган, какие суд вас запросит доказательства, вы должны будете их предоставить. И уже при вступлении в силу решения суда о признании гражданина, ну, в данном случае умершим, нужно будет, вам еще придется подождать некоторое время. Тогда уже вы можете с этим решением суда инициировать процедуру наследования, обратиться к нотариусу, в общем порядке вступите в права наследования после вашего бывшего супруга. Так вот, в продолжение уже мой вопрос. Скажите, вот когда эта процедура будет признана, я имею в виду, если человека признают умершим, арест с квартиры полностью снимут, и людям, которые сейчас дозвонились, выделят долю в квартире? Или, ну, вот, последующее? Ну, арест какое? Наложен на долю в квартире, которая принадлежала, соответственно, этому супругу. Арест наложен ими же, как я поняла, ну, по их заявлению, то есть, видимо, судебным приставами, но по их обращению. И, соответственно, когда будет процедура наследования, нотариус будет выдавать свидетельство о праве наследства, эти ограничения, обременения, они будут указаны, и после того, как к наследнику, здесь, получается, дочери, перейдет эта квартира, она спокойно, самостоятельно снимет эти ограничения, этот арест, ну, уже по своему заявлению. Да. Спасибо большое, Валентина Сергеевна. У нас время, к сожалению, заканчивается. Но мы принимаем завершающий звонок в сегодняшнем прямом эфире. Алло, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем. В общем, вот такое дело. У меня соседи на даче, на Горелом. Соседи умерли. И была дача пустая, как бы без хозяина. Угу. И этот участок я при помощи председателя... кооператива, купил этот участок, все согласно, ну еще жена была живая, ну, им не нужно было, она не оформлена, они ее решили продавать, вот, ну, кому лишь, без документов, конечно, но документами ее есть вот готовые, дают вот эти вот, что сделать-то мне, как переоформить этот участок на себя, я деньги заплатил, детей я не знаю у ней. Вопрос понятен. Да, вопрос понятен. Процедура оформления вот участков земельных, которые были предоставлены там в 93-м году или там в 2001-м, вот, в 91-м, она очень проблемная. И именно если нет никаких документов, то здесь единственный вариант – это обращаться в судебный орган. Также вы можете обратиться в нотариальную палату именно с теми документами, которые сейчас у вас есть на руках. Может быть, копии какие-то есть. И уже более детально мы посмотрим и рекомендуем вам более правильную процедуру оформления права. То есть обратиться можно в нотариальную палату Самарской области, которая находится у нас на улице Ленинской. 228. Да, 228, пожалуйста. Ну и сейчас вы увидите телефоны Нотариальной палаты Самарской области, сайт Нотариальной палаты Самарской области. В рабочее время можно позвонить, скажите, Полина Сергеевна, записаться на консультацию, либо можно уже сразу прийти непосредственно. Да, у нас осуществляется личный прием с 9 до 6 часов ежедневно. Перерыв с часу до 2. Пожалуйста, приходите, обязательно при себе нужно иметь документ. Спасибо. Ну что же, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за профессиональные ответы на вопросы мои, на вопросы от телезрителей. Вы смотрели программу «Территория права». Сегодня на ваш вопрос отвечал консультант Нотариальной палаты Самарской области Власова Полина Сергеевна. Спасибо большое. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. Смотрите, следите за нашими анонсами. Всего доброго. До свидания. До свидания.